Привет, меня зовут Денис Исаев, я руководитель группы C и C++ и Golang разработки в проекте Почта Mail.ru. Мой курс называется «Программирование на C и C++». Наш курс подготовительный рассчитан в первую очередь на тех, кто начинает или хочет начать изучать такие языки, как C и C++. Поступить на наш подготовительный курс может любой желающий с любого курса, с любого факультета. Программирование на C и C++ достаточно сложное. В нем есть много тонкостей, такие как скорость выполнения программы, сложность разработки из-за множества низкоуровневых деталей. И мы учим студентов преодолевать эти сложности в процессе нашего курса. У нас есть опыт разработки сложных систем, мы знаем все их тонкости и обучаем студентов, как надо писать их без ошибок. На C++ в современном мире разрабатывают такие вещи, как операционные системы, высокочастотный трейдинг, поисковые движки, высоконагруженные серверы, движки автомобилей, самолетов и так далее. И у наших преподавателей есть опыт разработки многих из этих систем, и мы с удовольствием учим студентов этому опыту. Приходите к нам, будет весело!